Ну, я, в принципе, знал, что есть такая песня Высоцкого, но я ее никогда не пел. Мелодия, мне кажется, ну, в общем, интересной, поэтому вот я ее... Да и вообще для полноты исполнения репертуара Высоцкого я ее спою. Вот что, жизнь прекрасна, товарищи, и она удивительна, и она коротка, это самое-самое главное этого в фильме прямо не сказано. Может, вы не заметили и решили, что этого не было самого главного, может быть, в самом деле и не было. Было только желание, значит, это для вас будет в следующий раз. И вот что, человек человечеству, друг, товарищ и брат у нас, друг, товарищ и брат, это самое-самое главное. Труд нас должен облагораживать, он из всех из нас делает настоящих людей, это самое-самое главное. Правда, вот, в фильме это не сделано. Было только желание, значит, это для вас будет в следующий раз. Мир наш, колыбель человечества, но не век находиться нам в колыбели своей. Циолковский сказал еще, скоро даже звезды далекие человечество сделает достоянием людей. Это самое-самое главное этого в фильме прям не сказано. Было только желание, значит, это для вас будет в следующий раз, будет в следующий раз.